Ну вот, да, вот это правильно. Вот это нужно, ребят. Ни хрена, сатана! Здорово! А, красиво поешь, приятель. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это... А-а-а, Spooky Night Funkin! Целая неделя, посвященная скиду и пампу и всем прочим, в общем-то, ребят. Вот смотрите, вы уже можете видеть, что Boyfriend и Girlfriend нарисованы в стилистике анимации Spooky Month. Это потрясающе, наконец-то это случилось, господи. Мои любимые персонажи получили отдельную модификацию. Некоторые из вас знают, что скид и памп мои самые любимые персонажи. В общем, за это, ребята, лайк прям обязательно поставьте. Я обычно прошу, сейчас я требую, это скид и памп, черт возьми. Поставьте за них, пожалуйста, лайк, напишите какой-нибудь комментарий, подпишитесь на канал, жмите колокольчик, врубайте все уведомления. Я сделаю буквально чуть-чуть погромче, потому что как-то это все так очень тихенько, скромненько. Story мод, поехали! Я попробую вас, ребята, уделать на харде. Ой, Рожа. Ой, Рожа, замечательно. Ну, поехали. Ну, поехали. Давайте пройдем туториал, в принципе, уже раз начали. Как есть. Скорее всего, по музыке он не поменяется. Так. Ага, отлично. О, мы сзади можем видеть картину. Это, я так понимаю, мамаша скида и пампа и, возможно, отец. Это отец? Нет, это скид, это скид. Это маленький скид, наверное, да? Ну, вот это вот мамаша точно там сбоку. Так. Ага. Я сразу скажу заранее, что новые песни, насколько я знаю, тут есть. Здесь не только старые, здесь новые тоже будут. Так. Ага. Отличненько. Вниз, вниз, вверх, давай. Вниз, вниз, вправо, без проблем. Пиу, 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 пиу. Так. Сейчас это уже дело допройдем. Наша замечательная girlfriend с ее одухотворенным выражением лица нам расскажет еще, как делать. И все, и прекрасно. И прекрасно, так. Я все взял. Взял все стрелочки, по-моему. Ни разу не ошибся. Ладно, туториал прошли, хорошо. А вот теперь мы идем, в общем. Так, Hard, Boppy Boo, Fresh, Dead Battle. У меня есть подозрение, что мне надо вот это запустить, да? Давайте я попробую запущу неделю один. Ну, не, неделю один тоже надо. Видите, тут же это, тут же мамка. Тут же мамаша этих. Так, ага. Не, не зря открыли, не зря открыли. Здесь надо все смотреть, походу, ребят. Тут не одна неделя поменялась, тут прям дофига. Я так понимаю. Так. Ну, слушайте, поет она прям красиво, да? Прям красивый вокал такой, замечательный, четенький. Так. И слушайте, я даже так, наверное, не спрашиваю. Забавно. Она ноты, конечно, хреново берет. Как бы... Поворотти из тебя не поворачивает. Не поворачивается из тебя поворотти никакая, да? Но в целом забавно. Слушайте, а вы заметили, что у Girlfriend какое-то потерянное лицо на самом деле? Girlfriend, ты что-то употребила? Ты объелась пирожных? Куда это так годится? Что у тебя за рожа такая потерянная, серьезно, как будто... А где я? А что происходит? А что это за женщина? Не, ну мне, кстати, нравится с ее вокалом, это звучит смешно, да? Только раньше тут этот, как его? Дэдди Дирис, ты говорил подписку, ау, она подписку вот не говорит, да? Ну я скажу вместо нее, подписывайтесь на канал, ребята, да, подписку оформи. Так, поехали. Сейчас знакомые какие-то песни, подождите. Где я это слышал? Где я слышал эту песню? Скажите мне, где? Я ее слышал! Я ее слышал в анимации, где Girlfriend, по-моему, там забеременела или что-то. Или что-то такое. Были такие кринжовые анимации. Как же канал-то назывался, господи? Пишите в комментариях, как канал назывался, я реально забыл. Вот реально не помню. Ну там, короче, Girlfriend беременная была, Пико там танцевали с бойфрендом. Я сразу вспоминаю, это дичь. Амонгзила, все, все, я вспомнил, да. Ой, вот это трешак, конечно, был, тот еще. Так. Ну вот эта песня прикольная, да? Ага. Блин, как это угарно все звучит. Зажигаем, ребят.
Вот они, тусовки современности! Так они и должны выглядеть! Я уверен, что именно под такую музыку зажигают всякие там крутые пацаны в клубах, всякие рэперы, да, Моргенштерны, Тимати и прочие, да? Они сразу начинают, сразу там эти мадамы, которые с ними пришли, вот эти вот, которые такие все, знаете, мадамы, они все начинают себя скидывать сразу! Только слышат эту чарующую музыку, сразу все себя скидывать начинают просто прям в клубе, да? Идет стриптиз идет, понимаете там? Невероятная музыка просто для тусовок, да. Ага. Парям-па-па-па-па. Слушайте, ну я еще так более-менее справляюсь. Но мне надо бы еще умереть будет. А что-то это на хард не похоже, кстати. Так медленно стрелочки идут. То есть, чтобы вы понимали, это... А, тут не написано, что ли? Я думал, тут будет написано. Но это хард, вот честно. Вы же сами видели, мы выбирали хард. Так. Только не похоже на хард. Тут, наверное, хард за счет плотности стрелочек. Не, ну слушайте, это классно прям сделали. Откуда вообще в оригинале эта песня, я вот не знаю. Ну, она прикольная. Она прикольная такая зажигательная песенка. Не знаю, откуда она взялась, я ее услышал только вот в той вот анимации там, да? Или где еще? Так. О, ну это знакомая вещь, да? Ага. Так, хорошо. Блин, мне нравится. Еще даже скида и пампа не было. Господи, ну она, конечно, криво, но ты бил. Скида пампа еще не было, говорю. А уже, короче, столько веселья, понимаете? Прекрасный вокал, послушайте. Как-то она в конце вот ноты берет. Хреноватенько, я бы сказал. Ага. Отлично. Так. Четко. Тебя. Она как будто газы там пускает. Ага. Так. Ага. Не, ну Girlfriend, тебе реально надо что-то. Тебе реально надо что-то сделать с. У тебя такая тупая рожа. Надо что-то с этим делать срочно. Так, давай, хард! Спуки, Сау, Шивер, Эри. Ни хрена себе, 6 песен тут. 6 песен, господи. 6-5! Офигеть! Пацаны, привет! Наконец! Этот типок сзади! На колонках тоже уселся! Ах ты, падла! Так, ну поехали, давай! Эту песню мы знаем хорошо! Но, как вы сами видели, тут будет много новых песен. 6 штук всего заявлено. Ага. Так, погодите. А, тут, наверное, еще знаете, что должно быть? Вместо Лемон-демона должен быть монстр. Наверное, вот тот тип, к которому они в замок пришли тогда, да, будет вместо Лемон-демона. Здоровый. Я так понимаю. Ну, посмотрим. Так. Пока что, ребятки, спукизы у нас, короче говоря... Пока что, ребятки, спукизы у нас страдают. Я их побеждаю очень сильно, как вы можете наблюдать. Ага. Так. Не, ну этот малой, конечно... Малой... Вы оба там обдолбались, да? Что ты, что малой, что твой этот, да? Гелфа. Ого. Так, вот сейчас легко будет. Сейчас они жути нагоняют. Слышите, страшный жуть. Йо-йо, да, это очень страшно. Вы очень жуткие ребята. Я просто усыкаюсь на вас глядя вообще, невероятно. Смотрите, это воплощение кошмара и ужаса, да? Скиды памп. Невероятно просто. Не, ну может когда вырастут, кстати, еще там будут страшными. Может еще будут целые это самое. Ужас на районы наводить, кто их знает. Кстати, смертоносный памп и скид Экзе. Против города, в котором они живут, как бы он ни назывался, я не знаю. Там все усираться будут, даже хулиганы, которые над ними издевались. Так, ну все. Это у нас первый трек. Сейчас будет Салт, да? Я так понимаю, первые два трека не меняются, правильно? Наверное. Я не знаю. Так. Да, второй трек у нас South. Окей, поехали.
Блин, обожаю. Танец, конечно. Да, это танец Spooky Month, это, знаете, восьмое чудо света, я бы так сказал. Так. Давай. Так, поехали. Мне сразу вспоминается, мы только сегодня смотрели анимацию, где все персонажи, короче, флексили под этот трек. Санс там был, и кто еще, и Руф, и Сорвенто. Так это было офигенно. И эта песня, она реально идеально подходит для того, чтобы, знаете, замутить такой рэп-движ просто. Вот канал GameTunes, который мы смотрели, он прям вот идеальный трек подобрал для такой анимации. Ага. Вот я немножко и всрал, да? Чуть-чуть бывало. Чуть-чуть буквально всрал. Так. Блин, топовая вообще вещь вот эта. До сих пор мне эта песня не надоела уже. Сколько я ее слушаю уже. Это же был, по-моему, первый день, когда я во Friday Night Funkin играл, и я услышал эту песню. Это была, кстати, вообще South, песня South. Она характеризуется тем, что это первая, самая-самая первая песня Friday Night Funkin, которая мне по-настоящему прям понравилась. Тогда еще не было модов, ничего не было. И, в принципе, я еще даже не слышал последующие там недели. Песня Shiver. Что-то знакомое, не? Что-то реально знакомое. Но я не узнаю, вот когда они поют, я только вот это вот аккомпанемент узнаю на заднем плане. Не, ну слушайте, круто тоже, да? Блин, у бойфренда какие-то глаза безумные. Spooky Month тут у него, понимаете, в душе. Он уже мысленно, по-моему, их убивает, мне кажется. Парочка у вас, конечно, охеренная, бойфренд. Йоу-френд. Два потерянных, блин, по жизни. Ага. Так, все взяли. Давай, поехали. Ага. Вообще отлично. Так, так. Хорошо, прям идет. Ух! Мне нравится. Слушайте, классный трек, топовый. Так. Намного лучше первой песни их, мне кажется. Я не сказал бы, что лучше, чем South, но первая песня явно уступает. Ну классно, чё. Так, это третий трек, еще три песни, еще три песни, ребята. Да, что потом, я не знаю, как бы. Так. Вот это вот, знаете, вот песня прям в их стиле. Это вот реально их шкодливый характер отображает, вот эта музыка. Я уже прям вот, я уже прям чувствую. Так. Ага. Класс вообще, да? Блин, я сейчас проиграю тут что-то вообще. Так, ага. Окей. Это не очень сложно. Нормально, пойдет. Ой-ой-ой. Так, отлично. Ха, класс. Слушайте, что ж дальше будет, мне интересно. Лемон Демона, кстати, до сих пор не было. Может быть, его и не будет, кстати. Ага. Так, хорошо, выпрямляемся, выпрямляемся. На харде все проходим, как вы видите, нормально. Так. Я уже немного теряю в здоровье, как вы можете видеть. Надо исправляться, да? О!
Вот и исправились. Вот и исправились. Мы имеем максимум очков, как я понимаю. Ну или почти максимум. Их тыквенно-круглые вот эти скелетонские мордочки прямо вот в левом углу. А это ж Corruption, да? По-моему, вот это вот это Corruption песня. Так, ну поехали. Давай, приступим. Эту я тоже хорошо знаю. Давай. Ага. Нормально так. Это, кстати, уже шестая, последняя, да, будет? Значит, Лемон-демон отменяется, я так понимаю. Ага. Ух ты, фига себе. Ух ты, каким... Так, ну мне так непривычно вообще эту песню слышать, когда все нормально. И когда никто не чернеет, там, я не знаю, не покрывается говном каким-то, да? Блин, этот ребенок меня стримает немного. Я понять не могу, это он на girlfriend смотрит? Бойфренд, ты там не ревнуешь часом? Не, мне норм. Там это, сзади какой-то извращенный ребенок сидит, по-моему. Я не буду говорить, куда конкретно он, по-моему, смотрит, но ты можешь сам догадаться. Да, глянь, куда его зрачки направлены, видал? Тебя это не смущает, нет? Girlfriend точно не смущает. Да ладно, чё, пусть смотрит. Мне нормально. Да. Два дебила. Так, ну поехали. Поехали дальше. Сейчас будет третья неделя, правильно? Третья неделя сейчас будет. Будет? Третья неделя сейчас. Да будет третья неделя сейчас. Опа. Ну вот-вот, да! Вот это правильно. Вот это нужно, ребят. Слушайте, ну тут мы, может, и не пройдем, а тут сложно прям. Офигеть, а как это пройти? А как эту жесть пройти? Так. Очень хорошая песня, но как пройти, не знаю. Так. Вот этот момент, как его преодолеть? О, смотрите, что-то получилось как-то наклацать. Ага. Давай-давай, выпрямляемся. Ну, хорошо, чё. Хорошо идем. Ой, блин. Офигеть, получается. У меня получается брать эти жесткие стрелочки, ребят. Так. Ой, веселые, довольные. Но это точно последняя песня от них, потому что на ней надо закончить. Это было бы логично. Это же песня Spooky Month, ребят, вы же понимаете. Неплохо. Причем, обратите внимание, где я нахожусь на полосе здоровья. Достаточно недурственно нахожусь. Итак, вторая неделя полностью удел. Ну что у нас на третьей неделе-то? Давайте попробуем. Там никого не нарисовано. Может, там никого и нет, я не знаю. Так. О! Здорово, пацанчики. Здравствуйте, друзья мои. Так. Ага. Так, то есть тут есть вероятность того, что ничего не поменяется, да? Ну давайте мы одну песню пройдем. И посмотрим, что будет на второй. Ой, как мы. Ой, мы стараемся. Мы не посмотрим там, а? Пай-пай-пай. А что за гопник сзади там встал, я? А, ну да, они же втроем были, три хулигана. Так. Три хулигана, которые издевались над Скидом и Пампом. Причем вот этот, который поет, у него там с дядей, по-моему, приколы какие-то. Ага. Папи-пи-папи-пай. Так. Ну, тут у меня все, конечно же, хорошо получается. Тут вопросов нет. Как иначе-то может быть? Эти песни мы знаем уже достаточно хорошо. Так. Все офигенно. Ну, сейчас я посмотрю, как бы, второй трек. Если на втором треке ничего не поменяется, я думаю, можно, наверное, выходить, да, проигрывать. Пико написано наверху. Это не пико. Ни хрена это не пико. Так.
Ага, ну понятно. Давайте я хоть умру, посмотрю, как гибель-то выглядит. Упс. А если нажать? Ага, понятно. Если нажать, то ни хрена. Ну, умирает он достаточно забавно. Естественно, он умирает с вот таким звуком. Удара по столу. Да. Это стандартный сеньора Пеловский звук, скажем так. Поэтому все нормально. Вау. Леденец, ребят. Ну, давайте посмотрим, что тут за леденец. Так, неделю 4 на харде. Тоже смотрим. Смотрим неделю 4 на харде. А, это этот чел, да. Ну давай. Так, ага. Настоящая, что называется, мамочка. Просто вот. Вот кого бы еще было бы подобрать? Да, авторы мода очень логичны. Они вместо бати взяли мамку, а вместо мамки взяли, блин, продавца леденцов. Я просто... Так, ага. Может быть, намекая на то, что мамка тоже сладенькая. Может быть, в этом дело? Так, кто знает. Ага. Хорошая вот эта песня все-таки. Ага. Так. Конфеты хоть за это возьмем потом, за эту победу. Я бы, если бы победил бы этого чувака, я бы сделал бы ставку. Большое количество бесплатных конфет. Я бы, наверное, так поступил. Типа, если ты проигрываешь, то мне достается целый прилавок. Вот это я считаю правильно. Ага. Так. Ну слушайте, он прямо мужественно звучит. Мужественный продавец конфет, да. Очень, что называется, тестостерон так и плещется через него. Так, а сейчас вот посмотрим, вторая песня тоже не поменяется. Знаете, что потом надо будет сделать? Надо будет потом выйти в главное меню, ну как, во фриплей меню, и посмотреть, что тут с третьим и четвертым треком Пико. Вот тут интересно. Третьим треком Пико и третьим треком, точнее, вот этого чувака. Четвертой недели. Да, тут ничего не меняется, тут та же песня идет. Давайте я это посмотрю сейчас, фриплей мод. Мы перейдем и прям я при вас это гляну. Здорово, пацаны. А, ну да, все правильно. Там песня дальше продолжает. Dead Battle, Spooky South. А я что-то не могу прослышать. Я думал, что мы прослушаем. Блин, это обидно. Так, это вот песня из Spooky South, да. Монстр? А у меня не было песни Монстр. Пико, Филли, Блэмет. Давайте-ка Монстр возьмем. Не было песни Монстр. На второй неделе. О! А смотрите, а я был прав, это ж как... Нет, это какой-то другой чувак, подождите. Это другой тип. Это не тот, который я думал. Я думал, что тот, который в особняке будет Лемон Демон. Так, ну-ка. Ага, понятно. Ну, короче, вот этого челика сделали Лемон Демоном, ясненько. О, можете полюбоваться какое-то время. Мы до конца доигрывать не будем, просто полюбоваться его анимацией шикарной. Это как какой-то, знаете, вот, честно говоря, он выглядит очень странно. Пиписяндр в плаще и в шляпе. Вот так я бы его назвал. Вот как-то так это смотрится. Так. Сейчас будет более подвижная часть песни. Интересно, как он будет дергаться. Ну, понятно, да, очень страшно. Сожрешь мою гелку, я очень боюсь тебя, приятель. Так, подождите, ну, давайте просто интереса ради. Пико, Филли, Блэмт. Третий трек Пико. Третий трек Пико сейчас мы откроем. Откроем его через это самое. 3, 2, 1. Так. Петь они будут тем же голосом. А то мало ли, а вдруг тут на третьем треке еще вокал поменяется. Вот это было бы интересно, да? Но скорее всего нет, мне кажется. Скорее всего нет. Ну-ка. Да, пиковский стандартный голос. Дальше переходим. Блэмет. Setting Panties High Milf. Да, сейчас мы посмотрим на прекрасную эту самую. 3, 2, 1. Да. Так, понятно. Тут тоже ничего не меняется. Ну что ж, приступим тогда. Story мод, неделя номер 5. Неделю номер 5, я думаю, нам придется полностью пройти, потому что там изменения, сами понимаете, какие. Неделя номер 6. Если хоть что-то поменялось, то посмотрим и неделю номер 6. Ну поехали, неделя 5 на харде, естественно.
естественно, на харде. Зато теперь через фриплей все посмотрели, и как-то совесть чиста. Ты знаешь, что ты ничего точно не пропустил. Господи, серьезно? Вот это я не ожидал, я никогда бы не подумал. Здесь вообще никакой логики не поддается замена персонажа, ребят. Вообще никакой. Я ожидал мамку с кем-то, знаете. Да даже мамку с кондитером. Но они сделали интереснее. Они добавили новые скины, которых еще не было в предыдущих главах. Это правильно. Так. А что же тут будет вместо Лемон Демона, мне интересно. Там это... Там эти служители культа наверху танцуют. Их еле-еле видно. Который там с клоуном, помните? Они еще клоуна там пристрелили, эти два полицейских. Так. Ага. Ой, как мы стараемся там с сигареткой напевать. Прям вообще не могу. Какой старательный исполнитель. Вы только посмотрите на него. Так. Ага. Отлично. Прекрасный голос у полицейского. Такому только в полиции работать, ребят. Он будет всех преступников пугать своим громовым голосом. Руки вверх! Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде, сучки! Уже представляю себе это, да? Ага. Пипа-пиря-пау, пипа-пиря-пау, пипа-пиря-пау. Ой, как мы стараемся там, а? Ой, ты смотри, ты что, пончиков сегодня мало ел, что ли? Что такое это? Голос-то умирающий. Пончиков надо побольше жрать, сил набираться. Ты же полицейский. Тебе понадобится много сил в будущем, чтобы гоняться там за преступниками. Так, и вот этот трек мы прошли. Сейчас будет трек, я так понимаю, Эгнок, по-моему, называется. Если я не перепутал с каким-то, может быть, треком Мами Миристы, я уже не знаю. Ну, короче, сейчас будет трек, и он, скорее всего, не изменится. А вот что будет после него, вот это интересно. О, господи. И что же сейчас будет, скажите мне? Звук слышу, но ни хрена не вижу. А, ну конечно! Я уже понимаю, кто бы мог еще прийти? Ну, естественно. Ну, естественно, вместо Лемон Демона придет вот эта вот падла носатая. А ты глянь, ты глянь на него. Ну, давай, рассказывай. Ой, ты какие мы. Да, Пеннивайзушка, тебе бы на диету сесть. У тебя уже пузо скоро в кадр не влезет, слушай. Так. Ага. Такой, надо сказать, объемный кабачок-то такой клоунский. Кабачок клоунский, объемный такой стоит тут это самое. Так, ага. Та-ря-ря-ря. И сзади вот, вот кто я думал будет Лемон Демон, он сзади находится. Я ж про него говорил, что они к нему в особняк там пошли с ним тусили. Я думал это будет Лемон Демон. А он вместо этого у настоящего Лемон Демона, который клоун, на подтанцовках типа. Как это вообще называется? Ты меня разочаровал. Такой крутой монстр и на подтанцовках. Так. Бэкграунд просто. Офигеть. Ну, ладно, хорошо. Тоже неплохо. Значит, я частично угадал. Можно сказать, что я частично угадал, что он будет связан с Лемон Демоном. Так. Так, хорошо. Ну, в общем-то, тут все понятно. Нам, я думаю, нет смысла это прям доигрывать. Потому что мы все знаем эту песню. Давайте теперь вот то, что мне реально интересно, это Синпай. И будет ли что-то сюжетное здесь? Что-то сюжетное здесь будет? Будут ли какие-то фразы у них тут? О! Здорово! Пи-па-бу! Очень много сюжета, ребята. Очень много сюжета. Да, это я напоминаю тот ужастик, который они смотрели, в котором там в главной роли Уга-Буга. Да, и этот самый. Скид и Памп, в общем-то, смотрели этот... фильм в кинотеатре. Или они его смотрели по телеку. Тут два варианта. Либо в кинотеатре, либо по телеку. Я вот уже не помню. Так. А, нет, они даже... Это, наверное, игра, в которую они играли. Они в игру там играли еще. Страшно. Вот это вот она и есть. По-моему, есть такая игра, как Luigi's Horror Mansion. Или как-то так она называется. Вот это на нее, наверное, пародия. Но я, кстати, в нее никогда не играл. Так. Ага. Ага. Отлично. Что-то подсыкает наш итальянский кореш, да, усатый? Подсыкает немного, стрёмно ему, да? Ага, отлично. Ой-ой-ой. Ой, как сейчас я погано всрал-то стрелочки. Так. Ага. Пара-п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 а-
Вот это место мне нравится в этой музыке. Я уже говорил это когда-то, да? Так приятно звучит. Только вот ему совсем неприятно. У него глаза сейчас из орбит повыбегают от страха. Ага. Ой, как мы... Как мы стараемся там напеваем-то? Помню, когда-то у меня была проблема взять вот эти стрелочки даже. А я, знаете, почему еще у меня могла быть эта проблема? Что я когда-то играл одной рукой вообще. Одной рукой играл, все четыре кнопки пытался нажать. Это, кстати, сложно. Кстати, капец сложно, но когда я уже переучился двумя пальцами, уж полегче стало. Боп! Бип! Бе-бе! Эшкидо! Бип! По-моему, тебя только что нахрен послали, причем в очень грубой форме. Да. В общем, поехали. В общем, поехали, давай. Топовая песня тоже, кстати. Первые две песни мне нравятся больше, чем третья у Синпа. Третья тоже ничего, но первые две вообще крутые. Ну смотрите, ну Синпай же, сам настоящий. Смотрите, усы как у этого, у бравого этого самого. Поручика. Поручик Рыжевский, с усатый тут. Синпай вообще. Обольститель женских сердец стоит, понимаете? Обоссанный от страха. Потому что вокруг одни призраки, да. Женских сердец не так много, и то Демонесса. А призраков достаточно, да. Поручик Ржевский немножко в растерянности из-за этого, наверное, да? Ну, это видно сразу по его растерянному хлебалу, да. Так. Что происходит? Давай в бойфренд берем все стрелочки. Не, это сами, не надо. Так. Что-то... Ой-ой-ой. Так, вот это место такое геморное, да, по-моему? Пойдет. В принципе, как-то сделали и нормально. Так. Слушайте, а какая же у него третья фаза будет? Точно, какая у него будет? Марио? Какой-нибудь Марио страшный? Так. Ага. Так, отлично. Ну вот у него, кстати, третьей фазой уже может быть, между прочим, вот этот чувак, который был на, на подтанцовках у клоуна, Лемон Демон, про которого я думал, что он будет Лемон Демон. Он мог бы быть вполне его третьей фазой, между прочим. Пип. Ох, эти звуки. Уга-буга! Ох, что... Точно, уга-буга! Как я забыл-то про... Уга-буга! Ха-ха-ха-ха! Ну да, 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 логично. Логично. Да, тут не поспоришь. Уга-буга должна быть, я считаю. Так. Ага. Так, ну все, ребята, побеждаем уга-бугу, ребят. По полной программе. Я, кстати, вообще это персонаж, по-моему, изгоняющий дьявола, да? Фильм. Ну и очень страшное кино в 2 пародия. Там, где еще актер Джеймс Вудс говорит, ну нахер. Так. Ага. Зубы, конечно, гниловаты какие-то. Надо бы зубки чистить, уга-буга. Даже уги-буги нужна зубная паста-паста, понимаешь? Ты согласна с этим или нет? Ой. Зубная паста уга-буга-мед. Вместо блиндомед. Знаешь, такая. Я считаю, специально для тебя нужно. Так. Ага. Ну чё, пройдем, не пройдем? Я думаю, пройдем. Смотрите, на харде как все вообще элементарно просто клацается вообще. Ой. Значит, когда-то была у меня проблема на харде пройти. Я прям мучился, помню. Сейчас это так смешно кажется. Так. И по-моему на этом все, да? Мы же все посмотрели. Ничего не пропустил вроде бы. Ага. Вуаля, как говорится. Но мы можем еще зайти, знаете, куда? Что такое? В фриплей. Во фриплей зайти, просто уточнить, возможно там есть какой-то секретный трек. Такое иногда бывает. Но я, конечно, сомневаюсь, тут много очень песен сейчас было. Так, Madness. Я вначале подумал, что мне это кажется, но Madness, это же трики. Вот вам и пожалуйста. Winter Horror, это, ну, да, тут ничего не... Ну все, ну смотрим, и что же это такое? Кто-то вместо клоуна трики у нас будет? Ну-ка, давайте поглядим. Ух ты, господи. Ох ты, господи, ты глянь! Этот пупс разозлился! Так, ну... все, ну поехали. Это нельзя не посмотреть, давай. Ох, нифига себе, ну давай.
Слушайте, а я его не пройду, наверное, на харде. Тут же спама нет. Я ж стейки на спаме всегда проходил. Не, я так дела не пойду. Боже мой, какая жесть. Ладно, я понял. Ладно, я осознал. Я осознал свою ошибку, я больше так не буду. Пробуем нормал. А потом, если что, пробуем изи, наверное. А что еще делать? Да. Песня-то сложная, спама нет. Спама нет, ребята, нет спама здесь. Нету спама. Ну давай, давай, поехали. Вот он, клоун-трики современности. Вот так вот. Вот так вот эти клоуны-трики должны выглядеть сейчас. Гляньте на меня. Так, поехали. Ага. Неплохо. Там, смотрите, сзади фотография как какой-то семейки. Ну, здесь уже полегче. Здесь уже как-то справляюсь. Этому малышу так идет этот прекрасный голос. Просто, ну, что... Так. Ага. Давай. Хорошо. Нормально, нормально. Держимся. Такой маленький уже, такая злобная сволочь просто. Тебе конфету не додали, что ли? Иди к этому конфетному мастеру, который тут вместо Мами Мирс. Так, ага. Хорош вообще. Малой зажигает, да? Такой маленький, я уже такой музыкальный. Вот сейчас вот, кстати, надо собраться. Сейчас место легкое, тут можно набрать очков, чтобы потом в будущем сжечь по полной. Давай, давай, давай. Я вообще заметил, что Madness — это, наверное, самый любимый трек мододелов. Они постоянно вот в разных модах делают на него ремиксы с другими персонажами. Еще, еще Ух Танкмана, да, вот тоже. Вот две такие песни, которые прям культовые стали, наверное. Ага. Так. Ага. Отлично. О, все, у него там уже полетели какахи. Как вы могли наблюдать. Так. Ух, какой. Уже он все-таки злобный, а? Еще такой злой-то. Такой хорошенький мальчик вроде бы. А такая сволочь. Я сейчас проиграю. Я реально сейчас проиграю, ребят. Так. Ага. А, ну все, ну нормально, держимся вроде. Фух, я думал все, я думал сейчас всру по полной программе. Уже там в конце, уже там хрен знает где, короче, вот это. Ну ладно. Ну ладно, получилось. Это мы, конечно, на харде не прошли. Извините, я все-таки всего лишь человек. Fresh Dead Battle. The Attic. Что за... По-моему, что-то не то. А это что такое? The Attic. Еще одна песня, что ли, секретная? Между Dead Battle и Spookies. Это между первой и второй неделю получается. Ни хрена, сатана! Здорово! А? Красиво поешь, приятель. Еще одну песню чуть не всрал, представляете себе? Она так удачно спряталась. Окей. Слушайте, ну сегодня прям все посмотрим. А это мы на... Это я на нормале играю, да? Ну, блин, какая разница? Все равно легкая песня. Она и была бы легкой на... Нет, так не пойдет. Я прям... Я вот прям вот... Change options. Можно... Можно... Куда? Давайте... Короче, фриплей. Короче, фриплей. Сейчас это. Запускаем эту песню. The Attic. Hard. Вот, давайте на харде. А потом идут Spooky the South. Дальше раз, два, три, четыре. Правильно? И Monster песня. Да, вот это точно последняя песня. Больше мы точно ничего не пропустим. Вот сейчас ее вот на харде пройду. Давай-ка еще раз. Запевай! Прекрасно. Так. Ну да, вот здесь вот уже как-то оно пободрее, повеселее. А то на нормале я уже засыпать начал. И то легко будет, скорее всего. Так. Ну, какой страшный сатанюга. Ну давай, давай, давай. Ага. Ой, какие мы злобные. Ты посмотри. Так. Ага. Ну он как бы, наверное, говорит: пожалуйста, отпустите меня, подлюки. Я задолбался на этом чердаке уже год торчать, ну, в самом-то деле. У меня уже жопа болит от того, что я заживала в этой бумаге, понимаете? Ну, как бы,
Жопа у меня уже болит, жопа у меня уже болит. Грешников давно не видел я, отпустите в ад, страдаю я. Да, да. Нет, тебя мы не отпустим, будешь, падла, тут торчать. А еще тебе рога отрежем, если будешь, сволочь, ты кричать. Бойфренд очень добрый, да? В моей интерпретации. Ну за что? Я же не такой уж злой. Хотя я немножко сатана. Да. Ну вообще да, на самом деле, чувак. Ты как бы сатана. Ты знаешь, что люди бывают и за меньшие прегрешения там в тюрьму сажают. А ты как бы сатана, понимаешь? То есть у тебя грехов-то, ну я думаю, там поднакопилось неплохо. Неплохо так поднакопилось грехов, скорее всего. Конечно, не как у инстасамки какой-нибудь, но тем не менее, все-таки, ты должен понимать, что ты не самый лучший парень на планете. Поэтому, извините, тебе придется немножко пострадать, посидеть на чердаке. Терпи, терпи, приятель, терпи, приятель, что я могу поделать? Так. Ага. Так, 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 так. Ага. Ух, шикарно. В общем-то, все, дьявол. Было приятно с тобой повидаться, дьявол, а теперь сиди и обдумывай свои дьявольские мысли. Обязательно было вот так вот, это некультурно вообще-то так себя вести. Ну давайте я чисто ради прикола запущу перед монстром, что за трек, я просто вспомню. Скорее всего, перед монстрами, это вот, перед монстром, это вот сейчас вот последняя песня вот эта, да? Да! Ну, в общем, на этой песне мы с вами и закончим. Давайте, ребят, если понравилось это видео, видео получилось большим, обширным, все прям посмотрел, пожалуйста, лайк за это дело, подписочку оформляйте. Если еще не подписаны, жмите колокольчик. Да, включайте все уведомления и пишите какой-нибудь комментарий. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.